это бэкстейдж клипа «Тоска». Сегодня 11 июля, и мы едем в Петрозаводск снимать новый клип. Это батл. А где шляпа? Жесть. Подали нам транспорт. Карету. Карета подана. Типа сидеть, снимать бояга, да? Будет вас развлекать. Спали 3 часа. Длинная коса. Тогда, да, если бы он еще ездил, так я бы... Вещи 20 часов смотреть на всех площадках. Куда делось солнце? Выгляди в оконце. Бравый наш отряд. Ну и все. Кто сказал, что было одно? Не было одно. Вот это другое дело. Юля нарядная, а Ксюша подметает. Раскачаем эту избу! Не, мы говорили с 4 до 19:30. Мы сейчас будем цветочки цеплять. Косить. Сколько цветочков будет? Цветы пожили подольше. Да. Вы спросите меня, прошло 5 лет, где гастроли, где живые концерты, где я отвечу вам. Я еду в Карелию снимать клип. Везде абоненты в сети. В октябре. 10 тысяч. Это танцы, танец отмахивания, а потом... Да это я! Я уже буду 3 человека. У нас на Байкале такой растет, стелится по земле. А тут он такой вертикальный.
Можешь, он большой, нет? Если ты вот здесь станешь. Вот сюда. Да. Чуть левее. Вот так, да. Приуныл. Понимаю. Вышел из бани. Все уже такие вымотанные. Так, приготовились. Раз. А, ты можешь подождать? Пока, даже? Давай пока без поджига. Давай, да. Раз. Потренируемся. Давай, раз, два, три. Может, он потихонечку? Да, давай потихонечку, он прям яркая вспышка такая была. Это такое. Вот здесь, на точке. Шел второй день съемок. Класс, у тебя здорово получается. Мы встали в 6:40, уже позавтракали, собрались. И вот сейчас в 8 выезжать будем. Благо, сегодня хорошая погода. Вчера не получилось доснять многие кадры из-за большого дождя. Это было большим разочарованием, если честно. Учитывая, что мы потратились на макияж для Ксюши и потратили много часов на это все. Ну ладно, ну ладно. Раз, два, три. Стоп. Отличный дубль. Все, стоп. Да, да, кстати, Ксюша, вот там яблочко, смотри. Можешь взять, принести. Через кадр, Джем, иди смело. Там три штучки тоже на стол можешь положить. Вот там отлично, в правую часть. Так, Никита, в правую сторону идите, в правую часть. В левую точно. Налетят. Я не знаю, как искать. Иду, ладно. Проходите, да, стол. Никита, проходи просто мимо кадра сейчас. В ту часть избавить. Все, качается, сразу. Сколько еще? Никита, обратно. Давай, переснимаем. Ты же шел зажигать. Куда Ксюша ушла? Вот туда иди. Давай. Да. Ага. Вот так. Заходи обратно, Никит. Заходи. Просто ходи по камню мимо. Съемка пошла. Поехали. Можешь еще побыстрее двигаться. Я держу его в шоколаде.
да, отлично. Так, Даша, сейчас 10 секунда. 11, 12, 12, 14, 15, 6, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, торопись, 44. Так, все, уже можно заканчивать. Вот 2 минуты. 2, все. 58, 59, обратно. Раз, два, три, четыре, пять, два, три. Чуть-чуть не дошел, давай еще раз. Пошла плясать бабушка Лукерья, на запахе нет волос, навязала перья. Ого. Девочки, беляночки, где ж вы напилились? Мы вчера коров доили, молочком помылись. Ух! Такие... Оператор у нас сейчас обедает. И Даша с Никитой тоже. Пока мы ждем для съемки других сцен, как раз закончу с цветочками. А наши уважаемые консультанты, альпинисты, установят все нужные приспособления, чтобы поднимать меня. Так, вон там у нас чайный столик. Девчонки, наши лучшие главные помощницы, организовывают наш быт. Это Ксения, одна из главных ролей в сегодняшнем фильме. Николай, наш водитель. Это наши альпинисты. Это Лёша. Он делал эти конструкции и окно. А это наши два режиссера-оператора. Чего кого-то не хватает? А, не хватает Бориса, который нас... который костюмы шил и поправлял вчера. Здесь мы устроили импровизированную костюмерную. Я вижу, что ты ел только что. Перевес. Довольный такой, счастливый. Ты знаешь, как делать? Нет. О. Ой, слишком много. Блин, теперь кажется, ты знаешь, теперь кажется больно ровные капли везде. Вот, смотри, какая бумажка красивая. Так, цветочки надо подспрятать, сейчас подумаем, как. Вы их пришили на после, да? Нету. Я их пришила. Вон, нормально. Камеру снимаю. Пошла машина. Пошла машина. Ну, на самом деле, мы... Вначале постарайся это ничего не делать. Просто пока ты отрываешься, глаза открываешь в момент, когда почувствуешь, что тебя поднимает. Mm-hmm. Так эпично. Потому что так показалось, будто ты была готова к тому, что ты... Даш? Как ты тут тоже? Там провода не попадают? А, это не провода. Даша, а ты снимаешь? А как поднимает? А сделай одну фотку, пожалуйста. Ты сказал, почувствуешь, что поднимаю? Не знаю. Я могу они просто дёрнули, но не подняли. Ткнуть, если что, мы тебя поднимаем. Да? Раз, два, три. Рано. Потерялась. Вчера. Все, отпускаем. Кадр хороший, но что-то потрясывает. В прошлый раз не трясло так. Да, мы думаем, чуть, может, это... А можно попробовать это? Поднимать, перехватываясь так, чтобы это, чтобы всегда поднималось. Стоп! Давайте подушку.
Давайте это, ну, попускаем. Еще и есть предложение. Надо начинать старт, да, свыше. Когда надо поднять, покачать, это все просто. Когда все фразы скажешь. Да, это можешь показать или она снимает? Ну, без света сделано. Без света надо сделать, потому что изменился свет. Лучше бы ты не трогал, да. Я закрою шторку, буду, я бы сказал, как ты этому поможешь. Не отпускайте. Окно вы не сняли? Значит, нет. Там готово все. Вентилятор. Сейчас мы спрячем солнце. Мы же видно даже на фоне. Так, вопрос, то какой ногой она шагнула? Настало время восхитительного самолета. Однажды маленькая птичка залетела в страшный черный дом. И там сидел черный, черный демон Никита! Страшно! Все, включай. Время, сложно в это поверить, но 10 часов ночи, вечера. Что это такое? Что это такое? Поэтому пока не очень хочется спать, но похоже, мы сегодня будем снимать всю ночь, потому что вчера был дождь, много чего не успели. Запачкала платье. Мошку раздавила случайно, я не хотела. Ну, ё-моё. У Курского вокзала стою я молодой. Подайте Христа ради. Но мы же сейчас другие кадры его снимем. Сейчас надо опять так же вот это снимать, ставить юбочку. Ставить над тоской, а может, скалейку, вот, разбирать эту всю херню, все и убирать. Давай сейчас. И херач, давай, пока мысль не ушла. Вообще мысль идет, давай записывай, записывай. Ага, смотри влево-вправо прям, ага. Так, давай чернила. Оп-оп-оп, давай. Все, поехали. И давай еще разочек, оп. Не-не, рука там же, а голый нож чуть-чуть. Полвторого. Ночи. Половина четвертого утра. Да.
Ну-ка, сделай так еще раз. Класс. Ой, не травмировалась? Давай, заходим обратно. А? Выходим обратно в темноту. Подальше, 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 подальше. Шел третий день наших съемок. Мы привезли Ксюшу на мейк. Вот я и стала рыбальдем. Невеста. Привет из Карелии. Привет из Карелии. Все, спасибо вам большое. Приезжайте за работу. Приезжайте за то, что сделала меня рыболюдем. Ура. Ура. В том курилье. Под пиво как раз очень. Отлично. Вот бы пиво. Рыбка есть. Давай вот это. Пошли пить пиво. Сидит на камушке русалка. Изначально, когда делали раскадровку, я видел там свою гитару, короче, Мартин. Это классическая. Вот, мы вчера пришли, я так расстроился вообще из-за этого. Ягода, когда, мечты сбываются. Есть у кого-нибудь гитара? Такой, блин, гитару за 200 тысяч, жалковато что-то. Но потом, когда я поиграл на вашей гитаре, я увидел, представил это в кадре, я думал, нафиг, дам свою. Все, самый дорогой атрибут. Отлично, отлично. Там самое интересное начинается. Я тоже думаю, что сейчас. А вы их между собой соедините? Что? Заколкой. И наденьте мне на голову, да и все, не упадет. Так они не дрались 20 лет, да, тут подрались. Так, а поплыли со мной? Да. Ну что, все. Ура. Это и есть сменная одежда. Конечно, пока она не залезла в воду. Отсюда. Ну, блин. Какое платье? Это ты скажешь, такая фигура. Нет, да нет. Может... А что ты хочешь сделать? Их никуда не деть. Там это вот сейчас надо снимать, пока он не ушел. Ага. Помаши ручкой. Вот у нас. Что происходит у вас? Вот расскажи. Теперь аккуратно. Все, теперь аккуратно. Мы публики поправим. Давай-давай-давай, сразу лучше окунайся. Давай-давай-давай. Давай, вниз. Ой. Блин, одна рука не готова. Я замерзла. Сейчас. Я не могу сесть ниже, очень холодно. Что, съемка продолжается? Угу. Импровизируем. Извиняюсь, чайник, конечно, диафрагма. Маска, балаклава? Да-да. Время 11 часов вечера, ночи. Экономим последние батарейки. Там я поставил, там зарядка сейчас.
заправить будет. Спойлер сидит. Тяжелеют облака. Да, вот так сидим. Смотри, у нас в раскадровке. Здесь гвозди, может, подзабить его? Снова 3 часа утра. Да, комары одолели. Костер успел догореть. А мы еще не доснимали. Интересно, сколько я еще выдержу? Время 4 утра, понедельник. Делаем туман. Так. Антон! Антон, давай без этого. Все, я уже понял. Сейчас переборщу. Сейчас жду, пока он развеется. Да, в левую сторону, получается, голову. И чуть-чуть с наклоном головы. С наклоном в левую сторону, да. Комары, ребята, блин. Так, Маш, поверни сейчас голову как-нибудь. Помнишь, как мы делали? Так, жутковато. Ктюш, можешь, пожалуйста, спрей принести для Маши? Напишите в комментариях, как вы думаете, что здесь происходит. 6 утра. Сейчас, подождите, меня... Понедельник. Комары нас съели. Не, видно будет, что ты говоришь. Не надо. Не, не видно, у нас зато там сидят. Последний кадр снимаем. Время 6 утра или 7. Не знаю уже. Приготовили? Самолет через пару часов. 2, 3. Все, молодцы. Конец. Ура! Ура! Аплодисменты! Видите меня со стремянки? Маша, нет! Все, Костя, ты здесь остаешься? Камеру вырубил. Костя, живи! Все, я села, спасибо. Ура! Давай, бедный наш демон. Устал стоять. Работа демона. Это тяжело. Что в лес? Не хочет вставать. Не, по раскадровке, на самом деле, это последний кадр. Просто вас уже здесь нет, вы можете расслабиться. У тебя комар сидит на этой, на линзе. Что, реально? Реально. У тебя такой очень крутой ракурс сверху. Это комар, у меня с первого раза получилось. Пойдемте собирать, ребят. Все, готово! В общем, по сравнению с первым клипом, это был трэш просто. То есть, если там все шло так, как надо, здесь все шло совершенно не так, как надо. Но мы победили это, и в дальнейшем мы эти все ошибки учтем и сделаем еще лучше. Ура, товарищи! Ура! Ура! Можно холодец сварить? Он снимает небо. Он просто не хочет вставать. Комаров с такой. Смотри, Костя, и учись. Просто вас уже здесь нет, вы не можете штатиться. Вот так. Снимаю. Это человек, который в смену по 24 часа. Все. Пожалуй. Пустая пара. Все. Поздравляем! Поздравляем! Я поспала часик. Едем в аэропорт. У
Ну что ж, спасибо вам за просмотр этого видео. Надеюсь, оно понравилось вам меньше, чем сам клип. Спонсор показа Карелиан Перу. Что такое? Вы из Англии? Почувствую вкус жизни. Супер. Спасибо за просмотр и пока.